Надо восстановить освещение, где-то надо подсыпать песком, где-то надо установить ограждение, чтобы футбольные мячи не вылетали на проезжую часть. Вот этим сейчас всем будем заниматься, то есть работы по этому стадиону, они будут продолжены. Такое резюме сделал глава города после посещения стадиона «Восток». Было это ровно год назад. Тогда здесь установили спортивные тренажеры и площадку для воркаута. Но после выхода в эфир сюжетов о визите мэра преобразования закончились. О стадионе вновь забыли. Жители микрорайона Харинка недоумевают. Площадка есть, она обустроена. Только облагородить и будет готовый стадион. Вот если посмотреть по городу, то это, понимаете, уникальная площадка. Вы посмотрите, какая она большая здесь. И поэтому ее нужно благоустроить. Молодежи здесь всегда много. Гоняют мяч, занимаются на тренажерах, играют в баскетбол на совсем новой площадке. Вот только людям негде даже положить вещи. Лавочки на стадионе отсутствуют. Освещение, которое было решено восстанавливать еще год назад, по-прежнему только в планах. Знаете, я прихожу сюда после учебы и хочется поиграть, повеселиться, потому что я сижу по 6-7 уроков. И мы играем в волейбол, а на улице уже рано темнеет. И так получается, что очень темно, и в принципе мяча-то и не видно. И хотелось бы поставить и скамейки, и фонари, потому что и сидеть негде, и темно. От времен рассвета спорта лишь старые отжившие свое прожекторы, оставшиеся еще со времен завода чесальных машин. Именно на его деньги порядка 50 лет назад был построен стадион. Сейчас конструкции проржавели и представляют опасность. Они, во-первых, не огорожены, знаков никаких не висит предупредительных, и по ним лазят маленькие дети. Они могут залезть туда и лазят. Если взрослых нет, они спокойно лазят, могут расшибиться и упасть. Поэтому ответственности никто по ним за детей, за травмы не понесет. И у меня вот вопрос к администрации: найти хозяев и решить вопрос или с ограждением этих вышек, или их ликвидировать. Легкоатлетические дорожки пришли в негодность. Мусор со стадиона убирают только местные жители, когда надоедает запинаться об него. Зато часть стадиона для тренировок и прогулок облюбовали владельцы собак. Я звонил в администрацию, обращался по этому вопросу. Мне сказали, что у них никаких разрешительных документов нет. И если собаки будут гулять без привязи, большие, типа бойцовские, такие собаки серьезные, рядом с детьми гуляют, без поводка, без всего. Поэтому надо вопрос решить с выгулом собак, тем более здесь, наверное, не положено. Не выгуливать без намордника, не тренировать их тем более. Это же не огороженная территория, а просто самовольный захват территории. Не вижу, не брежу. Стадион «Восток» располагается на окраине города. Может, именно поэтому до него не доходят руки, а точнее средства, которые были должны выделить еще в прошлом году. Жители микрорайона надеются, что народные избранники вспомнят о своих обещаниях, хотя бы в преддверии выборов. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.